Всем привет! Сегодня выходные. Разгрузились немножко, попили чай, кофе, бутербродики. Сейчас начну устанавливать насос. Попробуем накачать воды. В бочке полить, возможно, деревья. Ну, в общем, буду тестировать. Сегодня буду подключать через обычный бензиновый генератор. В следующие разы попробую через солнечный пауэрбокс. Сегодня я его не брал. Вот здесь наша скважина. Здесь старый колодец, который не используем, и он сухой. Сейчас буду настраивать. Нужно принести кирпичи, чтобы установить, потому что труба, она выше, а мотор будет слишком низко. Так что пойду за кирпичами. Ну вот, я установил мотор на кирпичи. Сейчас немножко выровняю, чтобы он криво стоит. Вот обратный клапан, который я буду устанавливать с резьбой на 3/4. Без него, да, насос не будет работать, потому что ему надо немножко вакуум, чтобы засосать воду. Thank you.
Пойду возьму другой шланг входящий, потому что этот, похоже, немножко маленький. По длине. Thank you.
на выходе обычный взял шланг 5/8 диаметром, думаю, пойдет. Ну что ж, удлинитель. Будем пробовать.
Дубль 2. Ну что ж, есть некоторые нюансы. Надо поменять желтый кабель, желтый шланг
на тот черный он как-то пережимается, слишком мягкий он. И, конечно, горловину немножко надо сделать по-другому. Не совсем удобно. А, и меня покусали комары. Ну, а так, в принципе, я доволен. Мотор работает. Воду качает. Полить можно, воды набрать можно. Все неплохо. В общем, по итогу дня. Сия операция. Мотор, то есть насос, рабочий. Все в порядке с ним. Пришлось подсоединить черному небольшой кусок. Два желтого добавить. Может быть, даже еще больше. И пришлось поставить вот такой вот самодельный фильтр. Но это надо сделать нормально. Это никуда не годное. Вон он. Для грубой. Потому что то, что я поставил покупное сантехническое, мелкие, он быстро подзабивалось и не качало. Так что, в общем-то, я все равно доволен. В будущем надо будет сделать один кусок большой, желательно дюймовый, и нормально сделать фильтр, и все, мы с водой, бочка накачалась, вторая там стоит, вода вон, достаточно чистая пошла, чем больше качать, тем лучше. Так что получили мы первые помидорчики, все полили, жабельненькие маленькие. У нас тут картошка взошла, горох. Как ни крути, но все прекрасно. Много, конечно, что делать надо, но со временем. Так что всем пока, спасибо, что смотрите, и удачи!